Тот момент, когда грустный мод сделали веселым. Казалось бы, это невозможно. Но нет, видите. Она кашляет, как лает собака из Тома и Джерри. Спайк, который, если вы помните, как он лает. Friday Night Funkin' Guard целом мод, но плохой. Хаюшки, ребятки, с вами Лекс. И, разумеется, поиграем сегодня в такой вот мод. Я, наверное, уже представлял вашему вниманию такие моды, такие переделки модов основных, да. И, в общем-то, теперь Гарцелла переделали. Выглядит он довольно-таки весело. Давай посмотрим, что это из себя представляет. Здесь 7 недель вроде бы помелены. Да, и, разумеется, сам Гарцелла тоже. Давай на харде. Ну, на харде попробуем. Вроде бы я его уже проходил на харде. Здесь, как эти, сами анимации, интересно, тоже изменены? Не, анимации нету, видимо. Но здесь то же самое, он говорит, ребят, ничего нового. Или нет? Я чуть не обратил внимание, или нет? Сразу предупреждаю, минус уши, готовьте свои уши к тому, что их сейчас будет уничтожать. Ну и, конечно, разраб этого мода Bad Bad. Это, конечно, вообще гений мысли. Ну все равно прикольно. Что не говори, довольно-таки прикольно. Даже учитывая, что так изменено все. Найс. Идем на рекорд. Без ошибок. Ой, ужас ошибки. Были без ошибок, но, к сожалению, у нас удел этот мыльщик. Мы слишком много нот. Найс. Конечно, если прислушиваться, как они напоют, это вообще лол. Победа! Ну, я думаю, мультики здесь не меняли. Это было бы очень странно. Мое сраное сердце! Ты имеешь какие-то проблемы? Да, вали ты от меня. Рэп батл даст мне, короче, больше сейчас сил. Окей, лол. Короче, здесь тоже изменены эти диалоги. Я сначала, видишь, подумал, что они не изменены. Они полностью изменены. Да хватит кашлять-то, алло. Здесь он по-жесткому кашляет. Лол. Тот момент, когда грустный мод сделали веселым. Казалось бы, это невозможно. Но нет, видите. Она кашляет, как лает собака из Тома и Джерри. Спайк, который, если вы помните, как он лает в мультике. То именно так же, как Гарцелла здесь кашляет. Ощущение, что кому-то бы взяли вот этот звук и просто изменили. Ой, промазал, чё. Равно уделал просто в ноль. Говорили тебе, не бери. Не бери игрушку дьявола.
Зачем? Зачем ты укурился опять? Первого раза было мало. Посмотри, что с тобой стало после той, после того мода, после тех сигарет. Посмотри, во что ты превратился. Тебя просто максимально вынесло, братишка. Ты просто стал пиксельным, не знаю. Пиксельным мусором. Тебя нашли на помойке, видимо, и вернули в игру. На помойке после сигарет тех. А где его еще могут найти, правильно? Вот так вот, ребят. Они реально изменились, смотри-ка. Прикольно. Все-таки все поменяли, даже анимации. Оценки. А, дерьмо, я умер. Лол. Я люблю батлиться с тобой. Может быть, мы еще побатлимся немножко. Ну давай побатлимся еще, лузер. Ну и хорошо. 3, 2, 1, go. Ну и диалоги. Вообще классно. Вот этот мод мне больше всего нравится из всех бэдов. Там батбеды были все, да, всякие разные. Но там были реально минусушовые. А здесь, в принципе, даже можно послушать. Даже можно послушать вполне. Не так уж и плохо. Не так уж и плохо, как я думал. Братишка! Как бы мне не было тебя жалко, сейчас мне жалко тебя вдвойне. Потому что я увидел тебя, как ты выглядишь и как ты поешь, ты, конечно, вообще ужас. Еще и вон тело лежит, блин. Душа вылетела из пяток, блин. Нечего курить пиксельные сигареты. Да и обычные не надо было. Зачем? Зачем, братиш? Бля, вон осуждает это, girlfriend. Осуждает, качает головой. Не надо было. Ну, это вообще прикольно, это реально прикольно. Вообще, тот, кто создал вот этот Bad Bad мод, вообще молодец, челик. Тури-тури-тари-тури-тури-тири-тари-тари-тури-тури-тари. Ой-ой-ой, а че я проигрываю? Не хочу проигрывать, не надо. Так. Почти дошли до конца. Сигаретный дух, ты проиграешь. Это, знаете, вот это, если вы смотрели Шаман Кинг, такое аниме, то здесь почти то же самое. Дух бесплодный, который вселился сигареты у этого чувака. Я думаю, что пришло время умирать. Мне осталось буквально пару секунд. Бро, ты заставляешь меня плакать. Ой. Ужас. Да пошел ты. Ну давай еще одну песенку, раз уж я умираю. Ну давай. 3, 2, 1, go. Диалоги, конечно, вообще в тему. Исчезает, все исчезает. Грустняшечка. Смешная грустняшечка одновременно. Потому что под такие вот эти стоны невозможно грустить. Невозможно грустить под такие стоны. Под такие стоны хочется угорать. Прощай, Гарцелла, мы будем помнить тебя. Пока-пока. Ну, угарно, молодцы, разрабы. Просто, ну, на самом деле, максимально
создают атмосферу смеха, веселости. Круто. С вами был Лекс. Это был мод Гарцелла, но плохой. Bad Bad. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, не забываем подписываться в паблике ВКонтакте, ссылка в описании, в шап-канал. Не забывайте про все остальные социальные сети, про колокольчики и про все остальные активности на канале. Всем добра.